Смотрите, какая парадоксальная штука. Когда мы говорим, человек управляет своей реальностью, человек сразу предполагает, что значит он что-то делает, меняет, где-то может строить. То есть некая есть объективная реальность, в которой он может совершать какие-то действия. И человек ни на мгновение не допускает мысли, что он эту реальность создает целиком сам, в своей психике. И максимум, что может позволить себе самый продвинутый индивид, это управление этой объективной реальностью. Представляете, пока человек пытается учиться управлять объективной реальностью, он полностью отказывается от опций создания. А это управление восприятием, всего лишь управление своей собственной психикой. Парадокс, и человек это игнорирует, отказываясь от нее.